Итак, братья и сестры, наконец-то я приехал домой. Уф, эта поездка меня изрядно вымотала. По горам бегать тоже надо много сил иметь. В общем, съездил я в Алмарасанское ущелье, вот, где протекает, то есть пролегает, извиняюсь, этот золотоносный песок. Вот, в принципе, каждый может съездить и его найти. Привез я где-то ведерко этого песка. По мере своих возможностей, сами понимаете, он еще мокрый, тяжелый. Я с этим просто реально помучился, чтобы вот это только привезти. Непроходимые места, вот, это не дорога, где такси поймал и приехал домой, знаете. Нет, там все только на себя можно рассчитывать, на свои ноги, на свои руки. А своими ногами, своими руками много тоже не принесешь. Я не грузовик. Ладно, к черту его. Я имею в виду, сколько я там могу принести, это никому не надо. Сейчас в этом видео я буду обрабатывать этот материал супервеществом, как уже показывал. А для вас я покажу новый, просто обалденный метод, вот, который каждый себе сможет позволить. Я такой метод не показывал, но показывал похожий. Он вам понравится. Я уже вне съемок чуть-чуть попробовал и обалдел. Так что это будет просто, ну... обалденная, можно даже так сказать, самая лучшая информация для каждого, кто хочет таким делом заниматься. Ну, просто не надо вот это, от грязи будет избавляться, мы сразу, в принципе, получим практически чистый, хороший раствор. Так, для примера сразу отбираю немного, потому что большую часть я обработаю супервеществом, мне не надо мучиться. Ну, супервещество не у всех есть, поэтому... вообще ни у кого нет. Иначе бы показали нам, если бы у кого-то было. Так, ну столько я взял, хватит для примера. Вот так вот. Так, уберу его в сторону. Этим материалом в этой чашечке стеклянной буду заниматься завтра с утра. А сейчас займусь вот, вот этим вот песочком. Причем тоже его с двух раз, наверное, обработаю. Мешалка стеклянная. Вот. Обычный кусочек стекла. Стекло не боится кислот, поэтому это тоже, если кому надо, информация. Отсыпаю половину мешочка где-то. Так. Наливаю воду сюда. Наливаю воду, убираю эти плавающие опилки всякие, гниет трава всякая. Я взял, съездил, отдохнул, для меня это отдых, еще раз говорю, я не буду добывать его. В следующих обзорах я уже буду показывать совершенно из другого материала добычу, методы. Примеры такие яркие тоже. Какой материал, вас это удивит. Но вы поймете логику, когда я покажу. Поэтому мне это даже даром не надо, золото. Ездите без проблем. Вот Алмарасанское ущелье. Вперед. Супер вещество. Кстати, оно бы, конечно, выручило всех. Всех бы оно выручило. Не надо ничего делать. Вот сейчас налью всего один шприц. И все. Этого хватит. То, что этот концентрат. Вот воды набираю. Воды. Так. Набираю супер вещество. Все, вот столько хватит. Все, вот столечко хватит. Вот. Кровавая кислота. Как я ее назвал. В шутку. Так. Разбавляем супер вещество. Нашу кровавую кислоту. Что на вид как кровь. Красота. Вот этого хватит. Растворить, ну, примерно 15-20 грамм. Это я знаю уже. Но я всегда запасом лью. Так, все. Вот и вся работа. Обалдеть просто. Что еще может быть лучше? Thank you.
все. Делаем свое дело, мешаем вот так вот. Его даже сильно мешать не надо. Так как я сейчас не тороплюсь, вот. Дня 2-3 подержу я этот раствор. Возможно, чтобы время сэкономить, я в другую чашку остальную часть пересыплю сейчас. Снимать не буду. И потом уже буду выделять золото. Основное я буду показывать вот вам. Приемлемый метод, который вы сможете использовать для себя. Это я уже показывал. Вот. Итак, новый и обалденный метод, который каждый сможет повторить и получить свое золото. Так, ставим материал на плитку. Теперь берем обычную азотную кислоту и наливаем сюда. На примере радиодеталей все, что не надо, растворится, а золото останется. Травим в течение часа. Я так показывал с соляной кислотой, но с азотной не пробовал почему-то. А зря. Вчера попробовал и был удивлен просто. Так, еще, наверное, азотки добавлю, что-то маловато. Подождите, еще чуть-чуть. Прошел где-то час времени, пока он еще остывать будет, будет кипеть минут 30, итого полтора часа. Бурые пары вредные. Это очень горячая палочка, вообще лучше ее здесь не держать. Ну ладно. Да, все растворилось. Замечательно. На это и рассчитывал. Все. Дело сделано. Сделал дело, гуляй смело. Все, что не надо, растворилось. Сейчас остынет, отфильтруем. И будем растворять в царской водке. Итак, мой раствор остыл. И пришло время его фильтровать. Обычная бутылка. Обычная воронка. Вот. За место ложки можно использовать стаканчик кофейный. Очень удобный и лучше даже любой ложки. Ну, сюда просто перекидываем и все, вот так вот. Надеюсь, видно. Я думаю, все сюда поместится. Отфильтруется это все. Ну вот, все отфильтровал. Получился вот такой бордовый раствор, ненужный, который можно сразу вылить. Кстати, лучше использовать чистую кислоту, азотную. Не техническую. В противном случае я не гарантирую, что у вас что-то получится. Потому что может раствориться золото. И ни в коем случае не в селитре, вот, с электролитом. Здесь точно оно растворится. И поэтому вообще я не даю никакой гарантии, что у вас что-то получится. Только ЧД, чистая азотная кислота. А иначе можете даже и не пробовать. В чистой азотной кислоте ничего не растворится. Растворится только вот, грязь. Вот, все, ее можно выливать, даже можно не проверять, там ничего нету. Добавляю царскую водку, которую я подготовил. Все, сейчас дело пойдет. Золото растворится. Итак, прошло 15-20 минут. Я хочу сделать анализ при помощи обычной бумажки. Берем пипетку, вот, берем прям вот так раствор, можно вот так его брать, капаем, так, все, ополаскиваем, обычная вода, ребята, так, ополоснули, хлорное олово,
Просто не видно из-за камеры. Так. И капаем сюда. Все. Ну что же, отлично. Темнеет. Темнеет. Не знаю, как видно. Есть, есть золото. Так, накрываю крышечку. Золото есть. Плитку можно выключать. Пусть остывает. Вот, проявляется лиловая краска. Золото есть. Бумажка подсохнет, и я покажу более отчетливый след. Вот она, эта бумажка, видите, да, как она выглядит. Подсохнет, и будет лиловая окраска. Сейчас плохо видно, но прореагировала. Мне отсюда видно. Так, прошло некоторое время, и вот на бумажке, на которой делал анализ, отчетливо видна пурпурная краска. Золото есть. Раствор мой фильтруется, сейчас отфильтрую и буду выделять золото пиросульфитом натрием. Тест положительный. Золото есть. Обалденно. Ну, наконец, последние остатки песка я промыл водой. Вот сколько я получил зеленовато-желтоватого раствора такого с золотом. Положительный тест на золото. Пурпурная краска, ну, я уже показывал. Так, берем пиросульфит натрий и добавляем в раствор. Если золото есть, оно выделится. Может сразу, а может в течение 10 минут. А может 15 минут. Так, добавляем. Я ложечку взял, сразу хватит. Все. Так, секунду. Мешать. Буду такой стекляшкой мешать. Вот я добавил. Пока особо ничего не вижу такого, но раствор меняет цвет немного вот. Ну, тест показывает золото. Оловом, значит, золото есть. Надо подождать сейчас. Зараза, завоняло все. Что-то комок попался какой-то. Давай. Что за комок попался, не тает, а? Ну ладно, он растает. Так. Воняет. Неприятно. Те, которые применяют это, знают. Такой отвратительный, удушливый запах. Накрываю. Давайте подождем минут 15-20. И станет ясно. Переливаю большую часть раствора. Золото село на дно,
за вечер. Раствор просто чистый сверху. Просто сливаем его и все. Ну вот, все перелил. Так, вот наш осадок. Коричневый, ребята. Вот сколько я получил золота. Смотрите, тяжеленький какой. Обалдеть просто. Вот оно, золото из этой партии. Ну чё, неплохо, пацаны? Вот оно, золото Алмарасана. Вот так я сделаю весь осадок. Вон какое оно тяжелое, сразу садится. Ну, разумеется, то, что золото. Вот сколько я получил золота из этой пробной партии своим новым методом. Оказывается, можно все кипятить в азотной кислоте. Вот, большая часть грязи растворится. Останется золото. Возможно, другие какие-то платиновые металлы, если они там есть. Так, ну все, вот так он еще постоит сейчас. Остальную часть раствора я перелью. Этот осадок я, разумеется, растворю, его слишком мало. Какой смысл его плавить? Основной мой раствор растворяется супервеществом. Сейчас пройдет дней 5. И я буду оттуда выделять золото. Показывать уже не буду, как вот это фильтровать буду, иначе видео затянется минут на 40, а то и больше, наверное, на целый час. Вот, основной метод я вам показал, новый, просто обалденный. Но, ребята, сами посмотрите, вот он результат, вот. Вот он осадок, смотрите, вот он золото в этом песке. Итак, я вчера все отфильтровал. Вот сколько я получил зеленовато-желтоватого раствора с золотом. То, что здесь золото, я теперь уже не сомневаюсь, потому что в прошлый раз я уже получал золото. А вот сколько я получил со второй партии золотого раствора. Сейчас буду выделять золото при помощи пиросульфита натрия. Вот. И сразу его буду плавить. Буду использовать свой тигель, который, кстати, уже почти весь вышел из строя. Видите, весь выгорает каждый раз. Тигель сыпется, графит выгорает, сыпется. Я его немного зашкурил, чтобы он был такой более гладкий. Я думаю, это в последний раз я в нем плавлю. И уже если я буду в следующий раз что-то плавить, уже придется делать новый тигель. Слава богу, у меня есть токарный станок, и для меня это не проблема сделать тигель. Так, беру ложечку пиросульфита натрия. Я думаю, все видно, ребята, и сыплю сюда аккуратно. Так, сыплю. Уголь впитывает молекулы золота. Потрясающе просто. Ну, с ним надо тоже навык, чтобы работать. Так, я думаю, еще добавить одну ложечку и хватит, или хотя бы половина, вот. Уже, считай, все выделилось, видите, да? Ну, вот и все, видите? Отлично. Вот, наше все золото, ребята. Вот оно, наше золото. Замечательно.
Как видите, золото есть в речном песке. Вот и золото, видите, да? Вон оно. О! Далее, смотрите, ребята, сколько золота. Много. Вон сколько аж катается. Кошмар. Вот оно, золото мое. Так, ну, надо подождать часик. Весь осадок выпадет на дно полностью. Прошло немного времени. Большую часть раствора я отфильтровал ненужного. Так. И вот наш осадок. Смотрите, какой чистый, хороший. Красота просто. Нормально. Наверное, грамм 10 золота есть, ребята. Смотрите. Обалдеть. Вот это песок. Да, вот так мы гуляли по горам с Серегой и наткнулись на этот песочек. Его туда сносит. Бери сколько хочешь. Еще раз говорю, за золотом я не гоняюсь. Вот. Не думайте, что если у меня есть супер вещество, я теперь сломя голову буду насаться по горам да по лугам. Нет. Я его сам применять почти не буду. Почему? А зачем? Зачем оно мне надо? Скажите мне, это золото. Что я с ним делать буду? Ну, продам там, да. Продать его не проблема, ребята. Это все ерунда. Добывать его тяжело. Вот, для этого нужна машина, люди и желательно лицензия. Еще раз говорю вам. Так вот, за ведро никто и не заметит песка какого-то там. Потому оно мне и даром не надо. Вот он результат. Никого не осуждаю, не обсуждаю. Показываю вам результат. Вот, без всяких там, видите, типа, какой я умный, а вы все там, типа, даже не буду произносить плохие слова. Вот он просто результат. К чему я это показываю? Вот, не сидите дома, пройдитесь, посмотрите. Не исключено, что вы найдете свой клондайк. И даже возле дома. Наступило утро следующего дня, и пришло время сплавить осадок. Вот он осадок, кстати, ребята. Вот он подсох. Так. Сейчас подрежу ненужные края, большую часть бумаги, чтобы просто меньше было. Вот так вот. Вот так вот. Устанавливаю в тигель осадок. Вот и все. Чтоб меньше бумаги было. Но осадка нормальная. Грамм 10 сразу вижу. И начинаю плавить. Последний раз плавлю в этом тигле. Уже в следующий раз все. Кстати, я в последнее время плавлю без буры. Не обязательно прям в буре плавить. С бурой, то есть. Когда столько осадка, он сам скатывается в шарик. И, в принципе, осадок очень чистый. Так, устанавливаю в печь. Ну что же, давайте посмотрим. Тигель разогрелся до красна. Дело пошло. Замечательно. Ну что же, ребятки, сделал дело, гуляй смело. Все сплавилось? Отлично. О, прелесть. Достаем аккуратно, жидкое. Сейчас он застынет. Я вам сразу покажу. Пока закрываем крышечки.
Я люблю плавить золото, особенно когда осадка более-менее. Хоть немного есть. Существенно. Так. Отлично, все. Достаем его. Вот она. Прелесть. И в кислоту азотную. Почему вы скажете в азотную? Азотка лучше чистит золото, чем солянка. Видите? Прелесть. Ну что? Золотые пески. Алматинский клондайк. Нравится, ребята? Сам восхищен просто. Обалдеть. Как идеально сплавилась тоже. Прям аж просто идеальная такая. Очень красиво. Вот он результат. Идеальная монета. Золотая. Так, ну я все равно сейчас поставлю на плитку. Вот, пусть прокипит чуть-чуть, минут 5-10, и он будет идеально чистый. И покажу вам. 15 минут, ребята. Золото, вот, проволочка, азотная кислота, как видите, кошмар, реагирует просто бешено. Так, теперь можно, в принципе, взять она. Чуть-чуть остыло. Отлично, все. Достаем пинцетом. Так. Так вот немного. Чтоб не лопнул стакан. У меня такое уже один раз было. Потому сразу горячую. Посуду не стоит на стол ложить. Стакан может лопнуть. Так, достаю. О, красота, блин. А тяжелый-то какой. Упал. Эх, ты маленький проказник. Ничего. Дальше земли не упадет. Так, сюда его. Сполосну еще чуть-чуть. Он, в принципе, чистый. Проказник. Действительно, проказник маленький. Так, это для моей девочки. Она просто обалдеет от такого результата. Вот, ребята. Вот, что там лежит. Собирай, не хочу. Но не обалденно, а? Вы посмотрите, какой он желтый. Так, сейчас фокус поймаю. Подождите. Так, запись пошла новая. Еще раз говорю, камера без автофокуса. Но мне пойдет снимать такие обзоры. Нравится? Обалденный результат. Просто обалденный. Золотишечко. Он какое идеальное чистое золото. Как видите, пиросульфит натрия дает лучший результат. Поэтому применяйте его. Сразу отличается цвет даже от железного купороса. Ну, видно, что просто идеальное золото вообще. Тут нет ни железа, ни меди, ничего. Просто идеальное золото. Его чистота примерно 995 единиц. Очень чистое золото. Обалденно просто. Что там говорить? Вот он, результат. Я еще туда смотаюсь. Так, понемногу буду брать песок для обзоров. Мне хватит. Как видите, кто ищет, тот находит.